Дорогие друзья, мы с вами находимся в гримерке театра графини Паниной, который находится при Доме культуры железнодорожников. Театру всего 12 лет. В этом году начался недавно, вот несколько спектаклей прошло 13 сезона. Я, Николай Николаевич, тут типа самый, как меня дразнит, Колька Колесо. Потому что, когда я что-то берусь за что-то делать, все начинает крутиться. Поэтому и кликух у меня «Колька колесо». И даже в некоторых спектаклях, когда ребята начинают импровизировать, они говорят: «А ты знаешь, что я победил? Кольку колесо!» Или еще как-то там орут на сцене: «Николай!» А я, бывает, во время репетиции выбегаю на сцену и спрашиваю: «Чего?» А тут был капустник в конце сезона. И там они меня обыгрывали. И ребята, один из пацанов играл меня. И директор, когда сидел, смотрел спектакль, говорит: «О, ничего себе, как у нас рабочие хорошо играют!» И только в самом конце ему сказали, когда я вышел на сцену, меня пригласили. Он понял, что играл не я, а играли меня. Ну вот и все. Милости просим, приходите к нам в театр.